Вітаю глядачів громадського Волинь. Мене звати Оксана Петрук, я журналіст, а сьогодні у нас в гостях командир батальйону «Донбас», народний депутат України, представник фракції «Самопоміч» Семен Семенченко. Вітаю вас у нашій студії. Ну, найперше, напевно, всім буде цікаво, чому ж ви приїхали на Волинь, яка ціль вашого візиту? Я приїхав після понеділька, коли виїхав з Широкіна, там дислоцирується наш батальйон. Приехал в Буковину, Закарпатье, сейчас я приезжаю на Волынь, и дальше у меня Ровно. Значит, ну, во-первых, мы сейчас организовываем базы для подготовки, в том числе будущих кадров для Национальной гвардии Украины, вот как, например, Закарпатье, это Карпатская Січ. Стараемся все-таки, чтобы шли наиболее мотивированные хлопцы, потому что война затягивается, первоначального запала не у всех хватает, требуется постоянно, чтобы вести работу. Значит, второе – это вопросы, связанные с Министерством агропромышленного комплекса. «Самопомощь» взяла ответственность политическую за его функционирование. В принципе, полгода назад мы еще не были готовы, как народные депутаты, каким-то образом помогать деятельности министерства, потому что не имели соответствующего опыта, еще было много непонимания системы, в которой работает Верховная Рада. А сейчас мы считаем, что одним из направлений обязательных, кроме надоев, посевов и прочего, должна являться борьба с коррупцией. И в частности, существует Державное лесовое агентство, на которой есть масса нареканий у обычных граждан. Это и нарушение законодательства при вырубках, это и бесконтрольная вырубка лесов, это и коррупция, которая, к сожалению, там присутствует. Поэтому мы хотели бы объединить усилия министерства и тех людей, которые на местах не согласны с таким положением вещей, которые готовы сами идти работать в лесную отрасль, которые готовы помогать, наводить порядок. Ну, потому что ни для кого не секрет, что и милиция, и прокуратура, и СБУ зачастую во многих областях не просто помогают, а участвуют в одной коррупционной связке, в том числе и в лесной отрасли. Я хотел бы, чтобы люди через 10-15 лет своим детям передали вот тот привычный пейзаж, который они сейчас это видят. Раз мы взяли на себя политическую ответственность, мы должны дать за это результат. Ну и, конечно же, очень важным является создание партийной сети самопомощи по регионам, потому что если мы хотим изменений в стране, то мы должны быть готовы, что народ Украины на местных выборах, либо на парламентских перевыборах предоставит нам возможность и даст больше власти, чем мы имеем сейчас. Нам нужны люди, которые могут стать ответственными, взять на себя ответственность за военную сферу, например, за сферу там, экономическую, за сферу борьбы с коррупцией. Нам нужно иметь уже готовую команду, чтобы не получилось, как, например, у того же президента Украины, который сделал явную опору на силы предыдущие, то есть которые на чиновничество. И мы то, что видим, это, в принципе, одно из следствий этого. Вы говорили про укомплектование батальона «Донбас». Чи были сегодня на Волині у вас какие-то конкретные встречи, чи, возможно, еще протягом дня будут? Ну, мы знаем, что все же таки с Волині воює много хлопцев в складе этого батальона. Так, много. И недавно, ну, конечно, отношение к своим защитникам, оно иногда просто потрясает, потому что я видел, вот как там нашего погибшего товарища Ивана Сотника встречали, он живет там, его семья возле границы с Белоруссией, и люди становились фактически на колени, когда везли гроб. И здесь, с одной стороны, действительно проще подбирать патриотично настроенных людей и помогать им вместе с побратимами из других областей защищать Украину, но сама война, она ведется неправильно, не консолидируется общество, многие устают, многие не верят. И нужно постоянно, чтобы в области проводилась вот эта военно-патриотическая работа. Поэтому мы ищем уже готовые военно-патриотические объединения, вот как, например, на Закарпатье, Закарпатская Січ, и на Волыни. Организовываем с ними взаимодействие. На Волыни предстоит сегодня встреча с несколькими представителями разных патриотических организаций. Я надеюсь, что мы найдем общий знаменатель, то есть им нужно готовить молодежь, им нужно, чтобы она получала боевой опыт, возвращалась сюда. Дай бог, к тому моменту треснет с нашей помощью коррупционная система, и нам нужно будет люди, которые пойдут в новую милицию, новую СБУ, прокуратуру,
А лучше всего, чтобы это были фронтовики. Поэтому вот три организации сегодня договорились, что мы встречаемся, посмотрим, что из этого получится. Я нацелен на позитив. А, власне, ще про боротьбу з корупцією. Як ви взагалі оцінюєте курс влади на боротьбу з корупцією і, зокрема, реалізацію цього закону про очищення влади? От ви щойно говорили про міліцію, а я не знаю, чи вам відомо, але у нас на Волині був такий очільник обласного управління міліції Олександр Терещук, який очолював це управління в часи Майдану. І у нас тут теж відбувалися певні такі бурхливі події, на людей кидали світло-шумові гранати в управлінні міліції. У нас переховувався тодішній голова облдержадміністрації Олександр Пашкаленко від партії регіонів. А зараз ця людина очолює київську міліцію. І Арсеній Яценюк повідомив, що буквально там місяць тому, що ця людина підпала під закон про люстрацію, але нещодавно президент до нього застосував виняток і сказав, що от на цю людину не буде поширюватись дія закону. На комитете с питань безопасности и обороны Верховной Рады, когда ставился этот вопрос, я не голосовал за то, чтобы избавить его от люстрации. Второе. Руководитель антикоррупционного комитета Верховной Рады Егор Соболев назвал это действие ударом в спину от президента Порошенко и продолжением ганебной политики саботажа люстрации. В данном случае президент принял свое решение, мы с ним не согласны категорически. И в принципе мы можем в этой капле моря капли воды увидит все море так называемой борьбы с коррупцией. Я считаю, что ведомство, ответственное за эту борьбу, просто перекидывает ответственность на себя. Здесь в основном все решает коммерческий интерес. И действует так называемая омерта, как в мафии, в простонародье называемая круговая порука. Когда ты можешь делать вид, что ты оппозиция, ты власть, меняться местами, но ни в коем случае нельзя садить никого, иначе система треснет. И когда я начал разбираться уже как депутат с теми преступлениями, которые совершались в экономической сфере, и в армии, и в гражданской сфере, я очень удивился тупости и простоте этих схем. Ну, например, берется и закупается топливо тысячами тонн по цене выше розничной. А никто не проверяет. А если проверяет, платит. И система працюет. Сейчас это начинает все трескаться, но очень недостаточно. Что касается перспектив, то я думаю, что пока у нас не заработают правоохранительные органы и прокуратура, у нас, к сожалению, изменений никаких не будет. Управлять за них мы не можем, поэтому мы готовимся к той ситуации, когда нам народ доверит больше власти, чем сейчас. Мы готовимся не просто имитировать эту работу, а реально взять на себя ответственность и начать как борьбу с коррупцией, так и реформу и правоохранительных органов, и всей системы в целом. Коли ви кажете, що народ довірить більше влади, ніж зараз, це ви маєте на увазі місцеві вибори? Так? Для початку місцеві вибори, а потім, я думаю, однозначно будуть досрочні вибори парламентські, тому що влада буде спускати пар. Люди не ідіоти, вони бачать прекрасно, що відбувається. Тому я думаю, що буде правильно, якщо Верховна Рада і правительство продемонструють невозможність виконати свої обіцянки, буде правильно, якщо народ вибере іншу Верховну Раду. И позволит сформировать правительство тем, кто может. Я не считаю, что это раскачанные лодки, все это сказки. Я не считаю, что при этом победит ОПО-блок. Мы видим рейтинг, это все сказки. Я считаю, что можно, как в Италии послевоенном, хоть каждые полгода проводить эти перевыборы. Хочу ли их я? Я считаю, что еще не исчерпана возможность все-таки заставить ту часть Верховной Рады, которая инертно работает. Но если не будет другой необходимости, если не будет другого выхода, то ничего страшного нет. Власне, про те же местные выборы. В нас на Волині самопоміч іде на місцеві вибори? І якщо так, то кого представляє? Перше, ми отримали підтримку гораздо швидше і гораздо більше, ніж ми очікували. Ми очікували, що десь там років 5-7 пройде. Зараз события, ми не очікували, що от настільки будуть імітуватися реформи, настільки буде розворовуватися країна. И поэтому мы увидели, что мы можем действительно очень серьезный результат получить во всех областях. Но мы не знаем тех людей, которые к нам идут. Поэтому мы очень серьезно их проверяем. И мы готовы отказаться от похода на выборы в тех районах, в тех городах, где у нас не будет 100% гарантии за кандидата. Ну хотя бы там 80%. Чтобы не было ситуации с тушками, когда они изберутся, а потом будут работать на тех спонсоров, которые их провели. Як, на вашу думку, взагалі можна узгодити те, що зараз йде все до об'єднання громад, там, децентралізація, і разом з тим ось у нас будуть вибори. От як це все узгоджується, на вашу думку, згодом? Адже виберуть, наприклад, представників громад одних, а громади потім поміняються.
Я считаю, что процесс, который идет, он не совсем скоординирован между собой. И во многих случаях децентрализация тоже имитируется. Поэтому я полностью с вами согласен, действительно есть такая несостыковка. Но, опять же, независимо от того, какие сейчас есть проработанные или не очень проработанные юридические основания, людям все равно нужно брать на себя инициативу. Потому что тогда, когда человек встает и говорит, я знаю, вот интересы моей семьи, интересы моей области, интересы моей страны, я знаю, что это нужно делать так, так и так. Любая власть, она к нему будет прислушаться. А если встанет так несколько человек, то это будет уже большая сила. Поэтому нужно работать с тем законодательством, что есть сейчас. Нужно требовать, показывать на ошибки, требовать устранения этих ошибок от нас, от депутатов, помогая тем, кто хочет, и пиная на выборах и между выборами тех, кто не хочет. То есть на самом деле, когда меня спрашивают о том, нужен ли третий Майдан, я сообщаю, что пока я не решил. Я не знаю. Но второй еще не закончился. Мы начали эти изменения, давайте доведем их до конца. Давайте заставим эту систему измениться. Мы это можем сделать демократическим путем. Для этого пока, на самом деле, еще все возможности не исчерпаны. Ну, демократичний шлях – це так само ж і вибори. Але чи готові люди, наприклад, зробити інший вибір? Адже... Частично. Так, частково. Я думаю, що, напевно, ну, так як говорять, там 10% роблять зміни, можливо, так і є. Тому що, ну, наприклад, я працювала в виборчих комісіях і трошки бачу, наприклад, як там люди голосують, як вони йдуть, чи знають вони тих своїх кандидатів. Ну, чи не здається вам, що потрібно якось піднімати, ну, не знаю, там, політичну грамотність виборців? К сожалению, средства массовой информации находятся больше под контролем представителей старой системы. И заниматься популяризацией идей и дисциплинированием выборцев, каким-то образом повышать их грамотность не в их интересах. Почему? Смотрите, 205-й округ на Черниговщине, там проходят сейчас довыборы. И там видно, что будет на выборах этих. Там, взять, например, нашего кандидата Зуба от Самопомича. В первый же день практически у всех наших наблюдателей, членов избирательной комиссии, изъяли документы под видом расследования какого-то уголовного дела. Пытались их поменять на других. Такая же история идет у партии УКРОП. Там, кроме кандидата Корбана, есть еще кандидатов 15 или 20, Корпан, Корпин, Морпин, еще там что-то. Идет постоянно борьба за контроль над избирательными комиссиями. Ну, все это знаете, в принципе, если там работали, как это обычно бывает. Поэтому я думаю, что все равно, как бы они ни фальсифицировали, как бы ни обманывали людей, хуже, чем сейчас, не будет точно, будет лучше, потому что придет все равно большое количество инициативных людей. И даже 10-15% инициативных депутатов могут построить полностью всю облраду с помощью людей, с помощью Верховной Рады. То есть все равно будем в лучшей ситуации осенью в плане политическом, чем сейчас. Но осенью, к сожалению, экономические трудности дадут себе знать. Начнутся раскачивание лодки уже реальной Российской Федерации, тогда... Ну, мы выстоим, в принципе, я думаю, потому что Украина уже не та, не старая. Ну, не знаю, як там, де на округах в Україні, а в нас, наприклад, на Волині, що йдеться, якщо йдеться про вибори, то в нас таке процвітає гречкосійство. Тобто, коли там починаються вручати сертифікати, такі різноманітні методи застосовуватись, і це, ну, насправді діє. Що? Згода. Что можно с этим сделать? Тем людям, которые не участвуют в том, что вы говорите, надо просто не опускать руки, идти и голосовать по совести. Потому что все равно, как бы не покупали людей, как бы не подвешивали их на обязательства вот этими всеми способами, сертификатами и так далее, все равно есть прослойка людей, которые на это не поведется. И эта прослойка фактически делала Майдан. Кто в Киеве, кто здесь, кто... просто поддерживая. Потом делали добровольческие подразделения, волонтерствовали. Мы все равно победим. Вспомните 2004 год, вспомните 2010 год, вспомните 90-е годы. Но явно идет эволюция. Про сельское господарство вы говорили. У нас на Волині действительно тоже есть свои проблемы. Это, знову ж таки, та же вырубка леса. Вчера приняли закон, так, про, ну, точнее, наклали мораторий на экспорт деревини за кордон. Чи поліпшить це ситуацію в деревообробній галузі? І взагалі хотілося б так, ну, не знаю, наскільки вас інформують, але в тому ж таки Камінь-Каширську у нас йде незаконна вирубка лісу, і прямо лісопильні працюють в лісах, не відходячи від каси, так скажімо. По поводу мораторія. Хороша штука. Однак, його можуть строки перенести, можуть затягнути.
потому что очень большое количество людей на этом зарабатывают, в том числе и в областной власти, и в правоохранительных органах и так далее. Поэтому будем политически стараться, чтобы все-таки его ввели тогда, когда запланировали этот мораторий. Второе. Мы можем решать проблемы в этой отрасли, потому что сейчас для этого есть все основания. Вот как мы можем поступить в Камень-Каширском? Мы это скажем на камеру. Я уверен, что подготовятся они, но они же не знают, когда мы приедем. Предлагаю сделать таким образом. Я готов с вами вместе туда приехать. Что мы там увидим? Мы увидим лесовозы без бирок, мы увидим лесовозы без документов, мы их остановим. После этого приедут люди, махая документами, мы заберем у них компьютер тут с документами, потому что они их выписали только что. Приедет с кучей бирок, мы заберем бирки. Потом мы все это покажем министру АПК и снимем того руководителя, который у себя это организовал. Соберем громаду. У нас же такое было. А смотрите дальше. Соберем громаду и сделаем так, что люди, ну, предложим какие-то кандидатуры. Пусть люди предложат, кому они доверяют. Я думаю, даже просто 10-15 организованных человек, если только не какая-то карманная самооборона, они могут потом помочь человеку, которому они доверяют, проконтролировать вот свой район. Я готов как депутат приезжать, давать по рукам и милиции, и прокуратуре, если она будет это крышевать. Я готов ставить вопрос об увольнении руководителя столько раз, пока мы их будем ловить. Поверьте, максимум второй руководитель будет все делать замечательно. Это уже проверено. Они держатся так только потому, что система круговой поруки. Они платят за свое, многие платят за свои призначения наверх, платят взятки остальным, это уже все известно. Мы не можем этого доказать, потому что у нас нет спецсредств. Мы же общаемся с людьми, мы видим все это. И, конечно, местные жители, которые считают, что лес это их, они будут рубить свое дерево на дрова, на постройку дома. Но не от этого идет. Это же не от этого идет. Идет от того, что в промышленных масштабах все это вырубается. Поэтому давайте потом, чтобы не выдавать тайны по времени, когда мы приедем, договоримся, я готов с удовольствием. Ну, насправді у нас уже так було. Громадські активісти виїздили, зупиняли, люди збирали. Громадське Волинь приїздило, але через деякий час ця схема знову повториться, Смотрите, чому у вас не вийшло? Не було заінтересованості у адміністративної вертикалі. У нас є заінтересованість, так що скоріше ловіть мене на слові, давайте цей процес організовуємо. Добре, гаразд. А ще одна така наша, ще більша проблема, яку, ну, не знаю, теж, певно, треба все ж таки на рівні Верховної Ради вирішувати, чи, ну, навіть не знаю, точного рецепту не скажу, бо і ніхто його не може сказати. Бурштин, видобуток бурштину на Волині. На Волині, на Рівненщині, ви, мабуть, про це чули багато, коли промисловими масштабами робляться копанки в лісі, вимивається цей бурштин. Давайте так. Смотрите, если вам нужен рецепт, рецепт нарисую. Значит, первое, нужно переговорить с политическими руководителями тех людей, которые там это все крышуют. Мы их с вами знаем. Второе, нужно сделать так, чтобы какая-то пресса, какое-то средство массовой информации, например, громадские ваши, независимо от того, как с вами будут договариваться или запугивать, озвучивала реальное положение дел. Следующий шаг, третий. После того, когда мы это с вами делаем, значит, мы берем политических руководителей, тех людей, которые там находятся. Все втроем приезжаем туда, там втроем это приезжают. И берем военного комиссара. Значит, приезжаем, можно взять с собой спецподразделение, например, тот же добровольческое. Или дуг правый сектор с фронта, который воюет. После этого всем выдаются повестки. В случае, если кто-то начинает стрелять народ Украины, ну, поступаем по закону. Все забираются и оттуда увозятся. А дальше, если кто-то появляется и начинает прикрываться какими-то политическими партиями, движениями патриотическими, средства массовой информации это озвучивают, не боятся и продолжают. Тут одно «но» есть только. Дело в том, что масса людей имеет работу только с этого. Так. И если не придумать какую-то программу по организациям рабочих мест, эта вся схема лопнет, потому что люди, им негде больше работать. Второе, если мы не увидим, как государство, делая эти рабочие места, может получать с бурштина прибуток, делая эти рабочие места, там будут появляться новые шайки. Поэтому это рецепт такой, нужно решать в комплексе. Вот сейчас законопроект рассматривается, президент хочет, чтобы мы за него проголосовали на следующей неделе. Будем смотреть. Так пробуждаем. Да. Все те правки, которые позволят государству четко свою политику по бурштину показать.
Однозначно надо решать проблему с созданием рабочих мест. Я не буду врать, я не знаю, как ее решать. Я занимаюсь вопросами безопасности и обороны, но я готов перед тем, как будет голосоваться этот законопроект, сесть со специалистами и это изучить. Главное не втратить час, бо те, что вы говорили, там приехать на место и роздати їм повестки, это треба, поверьте, дуже велику групу захвата готувати. Ну сколько? Ну 100 человек решит вопрос, ну 200. Это возможно. 200, можливо 200. Так, а что, у нас в стране нет 200 человек? Вот смотрите, он стоит на передовой широкий, на батальон Дуг ПС, командир Друг Червень, стоит Донбасс, стоит там Азов и прочее. Это ж не единственная, не волынская проблема. Это проблема вообще слабости власти. Смотрите, что говорит президент у нас, что я буду решать вопрос борьбы с контрабандой на Донбассе, с волонтерами, путем организации внезапных разгораний, возгораний автотранспорта. Ну, все, конечно, похлопали, но вопрос. Президент Украины, имея государственный аппарат, решает вопросы таким образом. Говоря одним про правовое поле, а здесь принимая подобное решение. Я вчера приезжал в Закарпатье, та же самая история. Не буду сейчас говорить, кто. Организовало 50 человек с автоматическим оружием, окружили какой-то лесгосп, потому что до них дошли слухи о том, что Семенченко приезжает и хочет закрыть контрабанду и прекратить вырубку леса. С флагами стали там, с машинами, которые должны быть на фронте, а не здесь. Ну, это тоже такая загальная ситуация, у нас тоже точно так. Это можно решить, на самом деле, это можно решить. Просто государство это может решить своими методами. Патриоты своими методами, но это должно решить государство. Но оно решит только тогда, когда сочетает предоставление рабочих мест, четкую государственную политику. И это невозможно полностью, пока не будет нормальная правоохранительная система. Пока вот те патриоты, которые отвоевали, не будут видеть, что они могут пойти в новую милицию с нормальной зарплатой, вот как сейчас пытаются сделать из новой полиции. И реально они тогда будут с этим всем бороться. И они будут иметь моральное право. Не взяточник милиционер будет говорить, а ну гейте отсюда. А парень, который вчера воевал. Мы дойдем до этого, но именно, как вы сказали, вода камень точит. Что мы можем сейчас? Мы можем, первое, не замалчивать эту информацию, рассказывать людям, для того, чтобы на выборах большее количество людей, не гречки семьи было, ответственно голосовало. Второе, мы сейчас можем их долбать депутатскими запросами. Система их будет менять. Они будут отлеживаться на больничном и через 3 месяца всплывать в какой-нибудь другой области. Но они будут меняться все время. Я готов долбать. Я вам оставлю свои координаты, оставлю координаты своих товарищей депутатскими запросами, обращениями и прочее. Давайте хотя бы делать так, чтобы они не успевали на месте закрепиться. Мы не победим таким образом систему. Мы ее устроим хорошую жизнь. Я вам дякую за те, що завітали на Волинь, за те, що завітали на громадське Волинь. Сподіваюсь, ви мотаєте десь на вусту інформацію, яку я вам донесла. Також бажаю здоров'я всім нашим глядачам. З вами була Оксана Петрук і Семен Семенченко, народний депутат України.